Всем привет и добро пожаловать в солнечную Испанию. Это очередная прогулка по Майорке. Город Пальма. Исторический центр города, очень красивая архитектура, интересные кафешки и рестораны. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал. Желаю вам хорошего настроения и приятного просмотра. Солнце, пальмы, не так много людей, почти что нет туристов, все спокойно, красиво, одно удовольствие гулять по городу и наслаждаться, чего и вам желаю. Большое дерево фикуса. Маленькие узкие улицы, интересные балконы, интересные дома, бежевый цвет почти везде. Магазины, скидки. Очень много магазинов закрываются. Здесь вы можете найти и простой Макдональдс, и самый дорогой ресторан. Здесь есть Zara, H&M, Massimo Dutti, C&A, а также здесь вы можете найти Versace, Chanel, Bottega Veneta, Max Mara. Все на одной улице. Все уже готово к праздникам новогодним. Все деревья уже наряжены. Это лампочки, красивые белые шары.
вот и красивый парк, аллея. Здесь очень красиво, очень много зелени и красивые фонтаны. А вот они и красивые зеленые лимончики. Там недалеко море и порт Пальма, яхты, корабли. А вот и он, собор Пальмы де Майорки. Это главный храм Майорки и всех Балеарских островов, носящий имя Святой Марии. Мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.